Я не борюсь за право быть сильнее. Быть наравне с мужчиной не стремлюсь. Я даже не хочу большой карьеры. И вверх по этой лестнице не рвусь. Мне не нужны все эти прибамбасы. Главенство мне, поверьте, ни к чему. Хочу я нежной женщиной остаться. Покорной мусульманкой быть хочу. Ведь женщина сильна не ослушанием, она своей покорностью сильна. И не нужна карьера для признания. Ее признание — крепкая семья. Украсить может женщину лишь скромность. В ней кроется вселенская краса. Доступность же прекрасной быть не может, какой бы изощренной ни была. Мужчина должен быть всегда главою, надежно защищая и любя, чтобы за ним, как за стальной стеною, была доверенная Господом жена. И только так возможно в мире счастье. Иначе мир разделим пополам. Должны мы в этом все-таки признаться, все в жизни расставляя по местам. Thank you.